Ну, мне нужны деньги, людям нужны выступления. Когда мне платят, я выступаю. Нет ничего в жизни важнее, кроме денег, блядь. Деньги — это самое важное дерьмо в жизни. Если у вас нет денег, вы пидорасы. Самый крысиный МС, самый пиздливый язык. Через 7 дней я приду за тобой, заберу твою цик, как осенний призыв. Ты вроде как наркоман, я обжарю карманы, найду все твои косяки. Я хочу, чтобы ты понимал, как же мало осталось, и просто считай до 7. Это не биф, батлы могу только я. Твой потолок — это свят, твой потолок — это модники, позеры, дотики, вроде тебя. Что люди подумают, ваш негатив до пизды Карима. Но Русик сказал тебе, че не толкнул. Ты так поплыл, что забыл про рифмы. Оу, ты у нас артист на битах. Ну и что тебе за это теперь выдать медаль? Весь твой скилл на каждом батле — это ныть про свой хайп. И тебя в твоем формате мог бы слить дилетант. Ты хотел разъебать топора, но тебя бы пора разъебать топором. Тут первым считает себя каждый второй, несмотря на тот факт, что пока что он ноль. Тебе даже каннибал из Краснодара не сочтет за окорок. На твоих концертах мог быть шок, будет только обморок. Ты не жанровый стол, ты все тот же творожок. Шарлатан, пустослов, ты все тот же творожок. Ты под прилавком просрочен, тебя не хавают больше. Решил вернуться на батлы, но ты все тот же творожок. Ты не жанровый стол, ты все тот же творожок. Шарлатан, пустослов, ты все тот же творожок. Ты под прилавком просрочен, тебя не хавают больше. Решил вернуться на батлы, но ты все тот же творожок. Руслану в батле говорил, смотри, стал делать лучше даже вахабит. Засунь подальше свой даже монами, ты чё под ганжу, Карим? Твой батл каждый состоит из плотно нарифмованной, жаль, что не связанной хуйни. Или, быть может, ты меня своеобразно похвалил. Ну что ж, спасибо, я отвечу тебе так же, погоди. Среди мужчин у каждого в крови есть Y-хромосома, она есть даже у тебя, вот только яйца не нашли. Ты не жанровый стол, ты всё тот же творожок. Шарлатан, пустослов, ты всё тот же творожок. Ты под прилавком просрочен, тебя не хавают больше, решил.